Всем доброго вечера. Вышли с ночным рандеву. Да. Вах. Какая голова уже вылазит. Ночной охотник. Какой монстр. Ух ты, пальцы мои отдай. А щука, видишь? Это надо. Ну что, 11 вечера протикало. Надо идти собираться на вечернюю проверку. Ты штаны одевать будешь? Конечно. Подсохли хоть чуть-чуть? Да, что там-то внизу они мне не мешают. Хоть 100 раз будут мокрые. А мокрые, потому что днем промоклишь? Наледи? Потому что наледь. Потому что все тяжело. Зато тепло. Мы печку тут пробили. Из-за того, что криво установили дымоход, тяга стала отсутствовать. Вот намучились. Я не отдохнула. Потом перебудоражили всю палатку, все воняет дымом. Хорошо, Вальдемар сообразил двигатель прогресса, как это должно, как наладить тепло на сегодняшнюю ночь. Иначе без него бы я тут просто сидела бы около этой печки. Даже вот так вот. Фух. Одеваемся. Мы с Анечкой решили поохотиться по ночам. И по ночам мы выходим на ночных налимов. Прошли буквально 3 флажочка, и вот 4-й у нас полная размотка. Сейчас мы с вами будем разматывать, поднимать, смотреть. Вот. И смотреть, что мы поймали. И чего не поймали. Размотка. Ух ты, он тяжеленький. Очень тяжеленький. Эта жерлица первый раз сработала. Ромчик. Вот так. Ночной хищник. Налим. Пойман был в 2021 году. Красавчик. Вот такой вот голубоглазый. Такой вот у него тигровый окрас. Даже я бы сказал бы не тигровый, а змеевика. Есть такой камень змеевик. И вот он такой вот окраски. Сейчас мы будем пытаться вытащить у него крючок. И будем проходить дальше. Меняем живца и погнали вперед. Так что это небольшой налим. Сегодня Анечка поймала буквально такого вообще монстра. Монстра, таких первый раз вижу. Вот, будем искать, конечно, монстров. Если получится этого отпустить, мы отпустим, потому что он небольшой. Но не получится, что ж, заберем домой. Анюта говорит, что что-то тут есть. Давайте посмотрим вместе с вами. Тянется очень, я бы так сказал, тяжело. Ух ты, он еще и сопротивляется. Ночной охотник. Давай. Ох ты какой. Какой монстр. Ух ты, пальцы мои отдай. Вот это да. Давай, вылази. Вот это вот да. Вот это ты длинный какой. Обалдеть. Привет, привет. Вот у нас на линище. Небольшой, килограмма на 3 с чем-то, но это зачетный налим, ребята. Там у нас еще я флажок видел стоит, так что ночные приключения только начинаются. Очередной флажок, и мы ночная охота за налимами продолжается. Так, смотрим, что у нас тут. О, чувствую, батенька, там тоже что-то такое
Серьезненько сидит. Погнали. Не, не серьезненько. Так. Чувствуется килограммчик. Полторашка. Вот как вот. Килограмм-полтора на лима. Ай ты, боже ж ты мой. Сейчас мы у того посмотрим, что тут с ним творится. Ну все, тушите свет. Ночной дозор. Ночной дозор. Ой, слушай, кажется, хорошее что-то. О, это что-то хорошее. Ты смотри, что, как бы даже не щука. Слушай, это, наверное, щука. Это Мара, это щука. Подожди, мы ее пугаем. Опа, щука. Видишь? Это налим. Вот это налим. Ай, не лезет, Вальдемар. Вишня, вишня, а? Вишней. За поводок. Руки отдайте мои. А, как он прижал все. Я еле вытащила его. Ой, ты, Мар. Я еле вытащила его. Вот это монстр. Это четверочка. Он мне все руки поцарапал. Прижал. Вот это да. Вот это. Вот это красавчик. Красавчик. Дождались крупненького. Привет. Привет. Нас ждут еще с ней подарки к 8 марта. А, точно, 8 марта, спасибо. Через 40 минут начнется. Я Вальдемар разрешил вытащить. Ура! Так, подходим к следующей. Давай, Анечка, будем ее проверять. Снега, друзья, много. Смотрите, обязательно надо ставить ветки. Мы как-то в том году не поставили, в позатом. Вот, то есть вообще, вон, видите, все. Все заметено. Чуть немножко. Сейчас на предмет живца сейчас посмотрим. Сейчас. Есть. Да ты что? Ага. Ага. Ну, здравствуйте. Что ты мне теперь сложился? Ты мне не нужен. Пружинку придерживай. Сейчас. Что там у нас? Очередной вкусненький налим? Да. Да, не спеша приплывает. Ага, вон, видишь, как он налить. Опачки. Хорошенький. Опачки. Хорошенький. Опа. Вкусняшка. Активный, активный, да. Опа. О, ну вышел давай. Поохотиться. Отлично. Второй. Вкусный. Вальдемар, тоже тут кто-то есть. У меня лопатка, у меня крюк и хорошее настроение. Это я туда в луку насветила. Он убегает. Он убегает, убегает, убегает. Налим не любит света. И очень, конечно, надо туда светить. Куда-нибудь светить. О, слушай, надо продолбить. Потому что с хвостом идет. Опять может, крючок возьмешь? Возьми. Давай сейчас попробуем крючок. Давай пробуй с крючком. Хвостом упирается. А, слушай, лишний раз не хочу травмировать его. Еще пальцами за листья.
хорошенький. Вах. Какая голова уже вылазит. Вау. Ай, не кусайся, не кусайся. Вот так. Вот такая вот гугасля. Вот начинаем. Такой первый симпатичный. Это 3 с лишним. Верно, сразу же. Отлично. Настал длук, пледлук. Будем тебя... Не знаю почему, но мы обозвали это уже жерлицу с китайским флажком. Самое продуктивное. И вот на вечерней прогулке. Но вот тут кто-то есть. Неожиданный сюрприз. Неожиданный сюрприз. У нас ночная охота. Такой сюрпризик вот такой. Если аккуратненько сможем достать, конечно, надо пробовать отпустить. Ну, этот поводок, смотри, длинный, поэтому мы его сейчас вытащим. Ну да. Они же такие гадины, что... Будем делать маленькую операцию. Заглотят так, что без шансов на спасение. Да. Пришли с ночной рыбалки. У Анечки такие... Ого-го! Шорты такие, все обледеневшее, все в воде. Потому что по наледи там ходить. Вау. Это, конечно, что-то жестко. Так вот мы уже вторые сутки ходим. Сегодня второй день нашего отдыха закончился. А тут товарищ покушать не против. Ричик свою любимую кашку свою наяривает. Вкусно, да, Ричик? Скажи, как она мне надоела. Сколько помню себя всю свою жизнь. Одну эту паштет ем и ем. Ой, вкусняшно как. Ну, ладненько. Время 12:30 ночи. Пора ложиться отдыхать. Всем до следующего дня. В палатке у нас ночь. Дым идет. Свет, жизнь. Течет рыба. Все как в сказке. Тропинки уже нами натоптаны тут за 3 дня. Все великолепно. Сказочно. Живем, рыбачим, отдыхаем.